находимся на Кастанзоне в городе Кёльне. Чемпионат мира. Здесь очень и очень приятно. Самое забавное, да, вот этот раздел называется фристайл. Здесь просто безумные парады. Вот парни в Воронеже в гараже построили такое чудо. Здесь есть питерские, московские и воронежские мотоциклы, ну и немецкие, французские, итальянские и так далее. Здесь сидят кастомайзеры, там находится кастом-зона, вот великий Юрий Шиф, и перед тем, как я снимаю, нет, сейчас я подключусь. Короче, каждый мотоцикл перед тем, как встать на кастом-зону, должен выложить свое видео, что его мотоцикл ездит, передвигается, но некоторые мотоциклисты не смогли выложить, кастомайзеры, такое видео, и поэтому на шоу не попали, к сожалению. Вот. А сейчас вот все кастомайзеры смотрят фильмы про себя, про своих друзей. Все идут под номерами. Вот сейчас номер 76. Представляешь, она наклоняется совсем в другую сторону. То есть это только вот так вот и ездить. Короче, настоящее мучение, да? За идею надо страдать. За идею надо страдать. Голубой стопарь. Нормально. Блин, это, конечно, страшно. Слушай, мне нравится эта идея с видео. Ты всегда можешь посмотреть, как это все происходит. Да? О, Ява. Слипер гараж. О. Огонь вообще. Сейчас поедет. Cuando hay un mes.